Перед вами еще два подобрашки, которых заживо сжирали блохи и клещи. Прогуливаюсь по Дону. Вот, нашла вот эту малышку маленькую. Что-то у нее там с ухом. Вот, маленький, да. Ты моя зайка, да. С ушами что-то, вот ранка какая-то тут тоже есть. Понятное. Задние лапки не встает, она что-то как-то очень проблемно почему-то. Не знаю почему. Маленький, да. Да, сладкий мой. Вот он. Детеныш. Еще посмотрел, тут клещей очень много. Вот. Так что, в общем-то, как-то вот так вот. Вот такая вот выдалась прогулочка малышарика. Не знаю, что с ней произошло. Как-то очень она... Как-то она очень не очень. Перед вами Дагир. У ребенка в боку пуля. Ребенок порван другими собаками. Значит, в общем-то, вот тут у нас рвана рана, неглубокая. То есть промывать хлоргексидином, закладывать левомиколь. Бронолин-то этого ничего не нужно. Подшивать тут уже нельзя, потому что рана гноится. Пулевое отверстие заросло примерно, оно находится где у нас где-то вот тут. То есть мы его не можем никак найти, но, видимо, да внешне. Вот. Плюс собака вся в клещах, обработали перостопом, укололи перостопы и преднизолон. Клещи, вон, допустим, они уже видны, сейчас будем снимать всех. И плюс уши промывать хлоргексидином. Они грязные, плюс там есть кровь, вот, запекшаяся. И в поле он уже лежал, умирал от тяжелой стадии пироплазмоза, так как был весь в клещах, и его просто сжирали заживо. Я благодарю женщину, что нашла его. Я всем сердцем ей благодарна. А еще благодарна тем людям, кто не проходит мимо. Спасибо всем вам, неравнодушным, хорошим, добрым, замечательным, чутким людям. Спасибо вам, всем, кто поддерживает спасение животных, кто хранит наш мир своей добротой, своим милосердием. Эти зверята, они живы только благодаря вам. Сначала вы их находите, потом вы помогаете их лечить. И самое удивительное, что вы нас не бросаете и помогаете их кормить, а значит, продлеваете им жизнь. Это все взаимосвязано, ребят. Хорошие мои, дорогие люди, я очень вам за это благодарна. И горжусь тем, что дружу с вами. Горжусь тем, что вы наши друзья. Искренне, ребят, от всего сердца. Спасибо вам огромное. Дагирчик был долго на лечении. Несколько дней лежал просто едва дыша. И я хочу поблагодарить клинику Сергея Баркова за то, что в очередной раз они совершили чудо и спасли. Начали кушать мы вчера ночью. Вот, но не стало вчера по чуть-чуть, сегодня прям уже вообще с охоткой. Все хорошо у нас. Хочу поблагодарить клинику Сергея Баркова за дружбу, за все то добро, что они сделали для нас и продолжают делать. Сергей Барков – врач от Бога. Я видела многих врачей за эти 18 лет, обращалась в разные клиники. Но такого хирурга с такими золотыми руками я никогда не встречала. Благодаря ему Майк наш стоит и делает первые шаги. Благодаря тому, что Сережа его прооперировал. Прооперировал переломанный позвоночник. Я благодарю Сергея Баркова и горжусь дружбой с таким человеком. Мой самый низкий поклон от всей лохматой души. Врачу города Липецка. Клиника Альтаир. Спасибо, Сереж.
И еще один подобрашка, которого в лесу нашел мужчина. Нашел месяца полтора назад, когда еще были морозы и снег. И вот этот заморыш, голый, которого сожрали блохи среди зимы, был привязан к дереву, обречен на медленную, мучительную смерть. За что, ребят? Ну за что? Вот такое крошечное дитё привели в лес, привязали и бросили. У меня просто нет слов. Мы назвали его Жан-Поль. Двойное имя, потому что он этого заслуживает. Это просто огонек, это батарейка на ножках. Настолько он ласковый, добрый, заводной. Сейчас малыша уже даже кастрировали. И хотя он выглядит еще очень страшно, весь общипанный и жуткий, и хотя на нем еще сыпется шерсть, но ребенок будет жить и выздоравливать. И я уверена, мы с вами обязательно найдем ему дом. Хорошие мои, как же я вам благодарна за вот такие порывы души, когда вы, несмотря ни на что, идете, спасаете, звоните и тормошите всех, требуя спасти. И даже когда вы не можете сами взять себе это животное, вы не остаетесь равнодушным, вы продолжаете помогать и участвовать в его жизни. Это и говорит о том, что вы настоящие, настоящие люди. И я благодарю вас от имени 2000 спасенных вашими руками, вашим сердцем. Я благодарю вас от имени всей лохматой души. Храни вас Бог, люди, и да не оскудеет рука дающего. И пусть все добро, которое вы вносите и отдаете от чистого сердца, пусть все это добро возвращается к вам лавиной счастья, благополучия и крепкого-крепкого здоровья. Спасибо вам, люди, за дружбу, за милосердие. Спасибо вам. И еще, ребята, началась страшная проблема – это клещи. Нам необходимо обработать наш приют. Нам необходим неостомазан и бутокс. Причем в больших объемах. Территория огромная. И пролить его, ребята, очень тяжело. Но мы каждый год его проливаем. И именно поэтому спасаемся от клещей. Я прошу вас, неостомазан и бутокс. Кто из вас может заказать для нас и привезти на любую из наших встреч на Киевском вокзале? Будем очень благодарны.